В этом году выпускные экзамены в основной школе будут отменены. Комментарий директора Ваннолиновской школы сил Ламяя Ирины Лю. Ну, у нас есть официальная информация от Министерства образования, которая говорит о том, что в этом году экзамены выпускные для 9 классов отменяют. Поэтому вот на сегодняшний день мы обладаем такой информацией, никакой другой у нас пока еще нет. Также выпускные вечера для девятиклассников в этом году организовывать не планируют. Конечно, потому что это тоже одна из рекомендаций Министерства образования и кризисной комиссии о том, что мы все-таки придерживаемся плана не проводить крупные мероприятия, в котором собирается много людей. И, конечно, вне зависимости от того, что чрезвычайное положение у нас, возможно, будет иметь более мягкий режим в этот карантинный, но, тем не менее, это правило 2+2 сохраняется, и, естественно, все эти массовые мероприятия обеспечить такими условиями мы просто не сможем. В таком формате, во всяком случае, как это было всегда, проводить, конечно, мы не можем. Дистанционное обучение сохранится до 15 мая. После 15 мая будут проводиться предэкзаменационные консультации и прочая подготовка к экзаменам. Результаты экзаменов будут готовы к 30 июня. Нет, возвращение в школу, мы все-таки говорим о том, что это не возврат в школу как полноценное такое явление. Мы говорим о том, что в связи со смягчением вот этого вот режима и соблюдением всех норм карантина, опять-таки, этого правила 2+2, мы можем открыть школу и приглашать учащихся для такого контактного обучения. Но не всю школу, естественно. Поэтому все-таки мы говорим о том, что если мы ее и открываем, двери школы, то, конечно, это будут те группы детей. В первую очередь это девятиклассники, которые в этом году должны закончить школу. И если у них есть какие-то трудности определенные, мы должны им помочь не справиться уже здесь, в школе, раз не получилось дистанционно. Но и те дети, которые испытывали трудности в самом формате дистанционного обучения, потому что, в общем-то, этот формат такой не для всех подходящий, необычный, поэтому кто-то смог, кто-то не смог. И в зависимости от того, у кого какие трудности, тогда мы уже будем приглашать детей, чтобы уже здесь на месте им помочь справиться. Следите за последними новостями на городском сайте.